будущее. Коллеги, здравствуйте. Минэкономразвития России. Слышно? Да, добрый день. Все слышно. Все хорошо. Видим тоже ваш экран. Есть предложение там еще пару минут подождать и начинать тогда. Потому что я смотрю, еще участники подключаются. Спасибо. Да, давайте, конечно, еще пару-тройку минут. И... Да.
На конференции, да? 10-11-12. Ну да. Коллеги, добрый день. Давайте будем начинать нашу ВКС. Я попрошу сразу же там тех, у кого сейчас включен звук, кто не выступает, просьба микрофон отключить, чтобы не было лишних звуков, не было у нас никакого эха. Меня зовут Пазников Максим, я сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России. И мы сегодня с коллегами из Минэкономразвития России проводим это ВКС, вебинар, совещание по вопросу отбора, да, там, предварительного отбора для финансирования индустриальных парков по 316-му постановлению. Хочу огромное спасибо сказать коллегам из Минэка за такой постоянный открытый диалог, в котором мы с министерством находимся уже там практически 15 лет с момента там запуска первой программы поддержки МСП, в рамках которой начинали финансироваться первые индустриальные парки. Потом эта программа активно развивалась, и вот сегодня мероприятие реализуется уже в рамках национального проекта. Было очень много вопросов и ожиданий от регионов касательно возможности перезапуска этой программы за пределами, да, там, тех имеющихся сроков нацпроекта, там, которые изначально были до 2024 года. И вот коллеги в этом году пришли с предложением, да, там, посмотреть, насколько данная мера поддержки действительно будет востребована и будет пользоваться популярностью, и насколько регионы готовы к реализации проектов в дальнейшие годы в рамках национального проекта и в рамках того отбора, который сейчас уже по сути идет, сбора заявок. Хотели бы сегодня с коллегами из министерства поделиться тем статусом и обсудить дальнейший ход реализации этих мероприятий. И с нами сегодня Никита Исаков, руководитель отдела развития инфраструктуры бизнеса Министерства экономического развития. Я тогда, с вашего позволения, Никите, передам слово. Никита, много вопросов, да, там и к нам. Вот у нас сегодня, да, на совещании присутствуют и руководители, представители управляющих компаний индустриальных парков и представители региональных органов исполнительной власти. Те люди, которые занимаются подготовкой и реализацией проектов создания индустриальных парков, бизнес-парков, технопарков. К нам очень много вопросов поступало по методической поддержке, да, там, по разработке документации, концепции индустриальных парков. Я знаю, что коллегам из министерства тоже очень много по линии региональных органов власти вопросов поступает тоже. Вот коллеги предложили сегодня, да, там, собраться и на все вопросы, которые возникают, ответить.
Тогда, Никита, передаю вам слово. Какой сегодня статус состояния отбора, какие есть новости? И тогда передаю слово. Спасибо. Да, Максим, спасибо. Слышно меня? Да, все слышно. Да, спасибо большое. Во-первых, хотел коллег всех поприветствовать. Вижу, что нас уже больше 150 участников. Это, собственно, бесконечно приятно осознавать, да, что к этой теме по развитию промышленной инфраструктуры в части субъектов малого и среднего предпринимательства есть такой интерес. Действительно, сегодня попробуем ответить на большинство популярных самых вопросов, да, потому что их приходит очень много, особенно там, от коллег, которые в данной мере поддержки, да, регионов еще не принимали участие. Мера непростая, требований много, действительно, да. И вот сегодня, собственно, хотел бы поподробнее про это все рассказать, рассказать об основных каких-то, наверное, требованиях и подводных камнях. Ну и, в общем-то, разъяснить и объяснить, зачем мы проводим вот этот предварительный сбор заявок, да, чтобы картина всем стала более ясна. Ну и давайте начнем. Сейчас, одну секунду. В первую очередь, верхнеуровнево, давайте поговорим об условиях, которые у нас сейчас с вами есть. Это действующие правила 316-е постановление, да, приложение 35-е, 142-й приказ Минэкономразвития. У нас есть два вида парков, в первую очередь, да, это двухлетний парк, финансирование федеральное, на которое предусмотрено до 500 миллионов, вот, ну и, собственно, из названия понятно, что он должен ввестись в эксплуатацию в течение 2 лет. Мы не забываем, что по трем девяткам, да, у нас есть всегда квартал на, так сказать, устранение замечаний, да, то есть поэтому мы с вами считаем 2 года плюс один квартал, вот. То есть это ввод в эксплуатацию двухлетнего парка, ну и, собственно, аналогичная история, только с однолетним парком. Тут уже финансирование до 250 миллионов рублей федеральное. А на каких условиях это происходит? В первую очередь, да, так как проект, по большей части, он все-таки инвестиционный, направлен на развитие бизнеса и, собственно, на развитие управляющих компаний, которые у нас, собственно, всей этой истории, всю эту историю будут курировать, это также минимум 20% частных инвестиций. Вот тут, коллеги, важно, частные инвестиции у нас от всей стоимости проекта. Не от федеральной части, не от региональной части, а от всей стоимости проекта. Минимум 20% инвестиций внебюджетных, значит, которые необходимо показать минимум 50% в первые полгода работы. Это сделано для того, чтобы не было кассового разрыва, не было срывов срока строительства, потому что такая практика, к сожалению, бывает. Поэтому мы, собственно, к коллегам из управляющих компаний предъявляем такие требования. Важный нюанс. Мы здесь не говорим про инвестиции резидентов, субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы здесь говорим о инвестициях именно управляющих компаний, то есть инвестора, который реализует тот или иной проект. Какие могут быть инвесторы? Во-первых, это частные управляющие компании, да, которые, собственно, отбираются на уровне региона со своими проектами. И также это могут быть государственные, собственно, организации, то есть это могут быть в том числе и организации, например, акционерные общества, у которых часть либо больше, меньше или вся принадлежит субъекту Российской Федерации или муниципалитету субъекта Российской Федерации. Вот, здесь механизм довольно адаптивен. Что касается региональной части. Региональность финансирования также должно присутствовать. Есть стандартное распоряжение правительства о софинансировании, мы, собственно, им руководствуемся, тут нету какой-то градации конкретной, да, то есть не менее 5, не менее 10% от каждого региона, у каждого региона свой уровень софинансирования, он, как правило, условно от 1% идет. Вот, поэтому все коллеги на местах с этим постановлением, с распоряжением правительства работают, особенно там в части финансовой, да, все, кто работают с субсидиями федеральными. Вот, собственно, этими правилами по софинансированию мы и с вами руководствуемся. Кто на данный момент может, да, подавать заявки на отбор? Это 10 регионов, в которых утверждены программы индивидуального развития социально-экономического. Они представлены на слайде. И также еще 10 регионов, которые у нас имеют потенциал развития промышленного сектора в части МСП, они также представлены на слайде.
Они, собственно, у нас берутся исходя из ранжирования по некоторому количеству показателей. Это то, как сейчас у нас выглядит верхнеуровневый этот механизм, да, какие основные пики. Дальше. Как я и говорил, у нас частные и государственные компании, управляющие, приглашаются на отбор. У нас необходимо также показывать соответствие графику строительства. Да, когда мы с вами уже находимся в стадии реализации проекта, это стандартная форма, и, собственно, она сдается в регион, и регион уже посредством электронного бюджета нам сдает отчеты. Вот, мы поэтому с вами отслеживаем непосредственно ход строительства. И также ежемесячно, вообще на постоянной основе с регионами мы проводим совещания в ходе реализации проекта, где приглашаем представителей как органов власти, так и представителей бизнеса, которые, собственно, у нас реализуют этот проект. Далее, коллеги, что важно сказать? У нас есть несколько сущностей, на которые мы, собственно, даем средства. В первую очередь, это индустриальный и агропромышленный парк. То есть промышленный парк, помимо того, что эти парки должны соответствовать требованиям Министерства промышленности, да, это 794-е постановление и 1863 постановление, у нас деньги в рамках поддержки индустриальных и промышленных парков даются на следующие цели. Это создание и развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, это, собственно, технологическое присоединение, инженерная подготовка, вот, и оснащение центров коллективного пользования на территории площадок. Вот. То есть мы в части индустриальных парков не говорим с вами о поддержке, там, например, в части закупки мебели, какого-то оборудования, там, условно, компьютера. Да? То есть в индустриальных парках это направление не предусмотрено. Есть также бизнес-парки, это новая сущность, которая введена относительно недавно. Вот, в ее рамках у нас средства направляются на приобретение основных средств, вот, и также на приобретение офисной мебели. Вот. Напомню, что по правилам, которые у нас сейчас есть, в бизнес-парке может быть 10% от общего числа резидентов самозанятых. Больше, собственно, ни в одном из других видов парков этого не предусмотрено. Также есть технопарки у нас промышленные и просто технопарки. Тут уже у нас средства направляются на строительство и реконструкцию объектов инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры, на реконструкцию объектов внешней инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, инженерная подготовка, техприсоединение, оснащение объектов технопарка, также офисными, лабораторными, производственным оборудованием и приобретение офисной мебели и, собственно, электронной вычислительной техники. Вот. Это я прошу запомнить, потому что часто бывают вопросы по поводу того, на какие цели у нас могут распространяться деньги. Вот. И вот, собственно, просил бы коллег сейчас это запомнить, да, что в зависимости от типа объекта, который мы с вами реализуем, направление расходования средств также меняется. Вот. Теперь давайте поговорим, собственно, о самом отборе. Как вы знаете, текущая ситуация, ну, либо кто-то не знает, я вот сейчас скажу, у нас отбор в 2023 году не проводится. Вот, уже, собственно, все проекты реализуются, и они были отобраны в прошлом году. Почему? Потому что на 2024 год у нас денег из средств федерального бюджета не предусмотрено, а сам национальный проект, в рамках которого данная мера реализуется, у нас заканчивается в 2024 году. В чем же цель предварительного отбора заявок? Сейчас в рамках работы по выбору подходов к продлению национального проекта и, собственно, всех мероприятий, которые находятся в его периметре, нам важно оценить потребность регионов. Как я и говорил выше, у нас, собственно, сейчас только 20 субъектов Российской Федерации имеют право подать заявку. Вот. И нам сейчас важно понять, у каких регионов также есть спрос на данную меру поддержки.
Тут важно сказать, что мы смотрим, исходя из распределения промышленной инфраструктуры на территории федеральных округов. Вот. И поэтому нам, собственно, были сделаны некоторые ограничения в этом отборе предварительном, о которых я скажу чуть позже. Вот. Собственно, на основании ваших заявок, которые, я напомню, присылаются до 4 сентября, коллеги, да, с пакетом документов, о которых я также скажу чуть позже. Мы будем, собственно, совместно с экспертной группой рассматривать их в части проработанности, да, в части, собственно, адекватности действующим